Из пятого бан-бана, из трейлера, да что там делаешь? Алло, спускайся. Опа, это у нас Джестер, что сидим, кого ждем? Такого я вообще не ожидал, зацените, какая тут туса. Привет! Сегодня мы поиграем в новый фанатский бан-бан, который называется Детсад Хирурга. Если ты ждешь официальную восьмую часть, обязательно ставь свой лайк, а мы погнали. Это Крафт Нафплы, а я Голден Фредди, начинаем! Ну давайте посмотрим, у нас тут сидит какой-то странный хирург в кресле, и сверху над ним вообще паук Наб-Наб, мутировавший. Так, тут у нас есть несколько режимов, да? О, здорово! Я помню этого инопланетянина, это же из пятой части, которая еще не вышла. Может, мы его увидим в игре. Ладно, давайте посмотрим тестовую карту. Начнем сначала, вам ничего не видно, но там была тестовая карта. Короче, несколько режимов в игре есть, мы их все посмотрим. Тестовая карта. О, Золфиус. Какие-то лифты гоняют. Типа этот... А можно мне наверх тоже, я хочу? Ага. У меня, кстати, такой офигительный пульт, я не знаю, как будто его немножко расплющило. Ну, давайте наверх поедем, посмотрим, что там наверху. Интересно же. Так, лифт, я погнал. Опа, там что-то валяется, смотри, поломанное. О, паучара. Это у нас Наб-Наб. Так, а ты меня съешь, скример? Страшно. Страшно опасно. Не, он меня не ест. Ну, это не супер страшно, скример, конечно. Так, мы можем осмотреться, кстати, сверху. Довольно хороший вид. О, я вижу. Так, пацаны стоят. Еще один лифт. Еще выше есть лифт. И какой-то детский городок. Так, я предлагаю осмотреть эту локацию. Давайте мы в еще один лифт залезем. О, а что тут есть внутри? Ага. Там еще какой-то пульт валялся поломанный рядом со стулом. Это что такое? Это его взять можно? А, нет, это просто поломанный. И фонарик лежит, нифига себе. Дайте фонарик возьму. Да, вот вы жадные. Фонарик не дали. Ну, типа, это тестовая карта, чтобы показать там всякие текстурки, вот всякую шляпу. Вот это что вообще такое? Что это детский городок? Блин, у кого во дворе такое есть? Пишите в чат. Не, ну это прям такой элитный, да, детский городок. Главное, чтобы не было ракеты. Обычно в нее кто-нибудь срет всегда. Если у кого-то во дворе есть ракета и в ней насрано, это стандартная ситуация. В любой ракете должен посрать алкаш. Мне кажется, у них челлендж. Когда алкаши бухают, они между собой, короче, водку ставят и говорят, если ты насрешь в ракету, получишь бутылку водки. И все. Поэтому в каждой ракете, в каждом дворе насрано постоянно. Ну, это же за, что делать? Долбанные алкаши. Что они постоянно в ракеты срут? Так, подожди, ну стой, я в этот лифт тоже хочу залезть. А вот это что такое? Подожди-ка. Это что, алмазы? Это золото? Что это? Что это? Блин, оно двигается, подожди. Я раскидал все какие-то кубики непонятные. Как мне вылезти отсюда теперь? Я вылез? Это еще фонарик один. А это можно взять? Да блин, почему фонарики взять нельзя? Что за бред? Я не успею. Я не успею. Да ё-моё, долбанный... А если лифт на меня прям упадет? Я умру? Блин, мне очень страшно, но я это сделаю. Ради вас, ради... Ради лайков, давай, поехали. Нафлы против лифта и... О, а так можно было? Слушай, удобно. Удобно, сервис на высоте. Меня прям ТП что-то... Вау, вот такого я вообще не ожидал. Зацените, какая тут туса. И бан-бан вместе с ними стоит. А вы типа это, не опасный, да? Это сцена из финала какого? Шестого, седьмого? Шестого бан-бана, да? Да, да, додушник, здорово. Ты вообще офигел, тебя в седьмом бан-бане победили, кстати. Так что не выпендривайся тут так сильно. А бан-бан лошара взял и сдох. Здесь он вроде бы живой. Так, еще туда надо бы сгонять. Можно я на лифт прокачусь сверху? Это реально вообще? Ну-ка, смотри. Ага. Так, ну я поехал, мне туда не надо, я там уже был. Пацаны, давай, пока. Опа, тут еще одна закрытая дверь. Давайте посмотрим, что там находится. Двойной пульт. Там почему тут ничего взять нельзя? Вот они, пацаны, стоят. Пацаны вообще, ребята, здорово. Как у вас делище? Это, короче, какой-то бан-бан мощный. И хирург тоже стал серым, если бы его захватил сэр Дададу. Тихо, да, стоп, да, идем. Чуть не упал. Мы едем к Дададу. Его тут много, кстати. Он на втором этаже и здесь.
Ты типа царь во дворца? На трон сел, да, царь во дворца? Но тут монстры, короче, не особо опасные, как видите. Они просто есть. А еще можно, наверное, упасть под карту вот так. Попрощаться. О, чего? Да ладно! Тут даже есть невидимое дно. Ну, допустим. Вон Зофил стоит, ему вообще нормально. Ну, типа, да. Вроде все посмотрели, давайте выйдем отсюда тогда. Посмотрим нормальный режим, потому что это тестовый режим. Тут можно просто побегать, поугарать. Так, вот, паркур. Ну, наконец-то, годнота! Так, главное, чтобы в этой музыке не было авторских прав. Поехали, паркур. Ребят, паркур. Вот паркур я люблю, кстати. Да блин, долбаные кусты, меня заскамили. Капец. Меня заскамили кусты. Слушайте, ну паркур в Банбане что-то новенькое. Хотя нет, в Банбане постоянно паркура дофига. Так что что-то новенького-то. Ничего, в принципе, новенького. Осторожно. Осторожно. Так, ну вот это будет сложно, кстати. Это будет уже сложно. Это уже ультра-хард... Куда? А ничего, что я нормально сейчас прыгнул на это? Мне не нравится этот паркур, подожди. Блин, ну там довольно далеко лететь на самом-то деле, если посмотрим. А, у меня кончилась стамина, тут видишь, внизу стамина из этого, из балди. Зашибись, две игры соединили уже, балди, там вон лифт еще есть. Я не знаю, это нереально, по-моему. Во-первых, деревья мешаются, тут еще... Так, ладно, хорошо, давай, не будем ныть. Пробуем еще раз. Смотри, здесь получается, надо допрыгнуть, да? Вот видишь, тут бочки эти кривые, да даже ты криво стоишь, получается. Вот. Так, нормально, тихо. Не паникуем, спокойно. Отлично. Я наверху! Так, тихо, диван, спокойно. Мы на диванах уже, отлично. Супер, давайте лайки ставьте, чтоб я... А как так? Да я на дерево! Да в смысле, ну пацаны, ну что за говно? Ну кто это придумал, этот паркур-то упоротый? Подождите. Ладно, засытый паркур, я сейчас тебя сломаю. У меня есть одна идея. А как потом? Вот потом по пультам, да, типа паркурить? Потом? А потом вон туда, да, вот этой ехать штуки. У меня есть идея. Мы сейчас спокойно ТП-шнемся. О, зацените, пауки. Хорошо, ну, когда вниз падаю, не проигрываю, потому что даже не пол, это лава. А Влад, это не бумага, так что нормально все. Ну, давай я на паука залезу, у меня проблемы, что ли, какие. Смотри. А, мне нужно использовать сейчас телепорт. Я не знаю, как мне это получится сделать, но я постараюсь. Итак, целимся вон туда примерно. И... Так, телепорт. Вот. Вот, представь, что мы, типа, сами, у нас получилось, мы доехали до сюда. Здорово, Зофиус. Мы доехали, ничего не знаю. Я без читов, если что. Но вот тут, вот, нормальный паркур Банбана, не то, что там было какое-то говно. Вот это нормальный паркур Банбана, согласен. Так, мы прыгали примерно во вторую часть. Ты дебил, что ли, сейчас? Но он скользит, я не знаю, разработчик, ты проверял вообще этот паркур на наличие говнобагов? Так, телепорт сработает, нет? Опа, ну я допрыгнул. Допустим, я допрыгнул, окей. Тихо. Да он соскальзывает. А как? Это рофл сейчас? Ну ты видел сейчас? То есть по этим штукам, где я должен подниматься, он соскальзывает. Ну это же бред чистой воды. А еще этих досок не видно, кстати. Ладно, хорошо, телепешимся туда. Вот смотри. Вот, а как? Я даже попрыгнуть не могу. Я даже не могу ходить здесь. Подожди, могу. Но как-то, смотри, странно. Подожди, опа. Это очень странно. То есть надо стамину копить, понял прикол? Когда стамина полная, ты еще можешь верить. Когда стамина нет, ты соскальзываешь просто. Спокойно, стамина. Стамина наша, все. Мы почти добрались. Мы почти наверху, ребята! Я добрался! Ну, типа, я сам прошел. Я добрался! Вот ты же ничего не видел, я без читов. Я добрался! Хорошая работа, автоплей, вот, пожалуйста. И чё, тут больше ничего нету? Блин, оно того не стоило, даже ничего нету, ничего неинтересного, говно какое-то. Обидно, капец, я все это вот проходил зря, что ли? Ну,
Вот говнина, мамонта. Ладно, пойдем в другую карту. Может, хоть какая-нибудь карта будет нормальная, я не знаю. Так, меню. Какой-то лес. Ну, давайте посмотрим. Какой-то лес страшный у нас. Страшный лес, лес полный чудес. Офигеть. Офигеть. А вот это уже прикольно. Это скримеры? Вы скримеры, вы страшные? Обосраться можно? А, я обосрался. А, я обосрался. Кто обосрался, плюс чат. Так, подожди, и что тут делать надо в этом лесу? Я так понимаю, тут вообще нифига нету. Тут со светом проблемы. Давайте я немножко... Так, значит, next. Сейчас, подождите. Я вспомню команды. По-моему, вот так. Нет, это немножко не то, подождите. Что-то я, опять наломал что-то, подождите. Да нет, да ну нет. Да говно, вот оно. Да говно, вот оно. Ой, нифига, над нами паук ползает, вот это жесть. Ну так хотя бы, тут что-то со светом проблема какая-то. Так хотя бы свет нормальный. Ну тут получается паук-гигант. Странный какой-то хирург. И вон там еще тусит. Тусит у нас этот, кто он называется-то? Додушник. Ну и все. Это вся локация. То есть тут ничего нельзя сделать, получается. Это не прохождение. Ну, такое себе, если честно. Я ждал больше. Ладно, пойдем в следующую карту. Говна, мамонта кусок. Что-то... Лабиринт. Вот это я ненавижу, сразу говорю. Блин, придумали же лабиринт. Мне, может, обратно надо графику сделать нормально? А то что-то у нас... Все через жопу. Давайте обратно. Не-не-не. Во, вот это. Вот это было у нас. Ну, погнали. Лабиринт из травы. Идеально. Ну, мог бы хотя бы текстурки нормально запилить в лабиринт. Ну, подожди, ну мы сейчас лабиринт будем 300 лет проходить. Тут в чем смысл? Ну, есть, кстати, да, правило. О, понятно. Ё-моё. О, и тупик. Прекрасно. Не, ну я не знаю. Я не думаю, что разработчик станет делать какой-то жесткий лабиринт. Плюс тут выносливость бесконечная. Это хотя бы какой-то плюс в этом лабиринте. Не, я думаю, что мы его пройдем довольно легко. Я не думаю, что разраб настолько там заморочился и делает какой-то суперсложный лабиринт. Тут, скорее всего, тупик, да? Нет? Скорее всего, тупик. Ну, вот видишь, это было очевидно, что там был тупик. Ну да ладно, я же не растерялся. Лошара не остался. Мы сейчас найдем выход сами. Мы хоть что-то должны сами пройти. Ладно, мы паркур прошли без читов чуть-чуть совсем. Это мы сами сможем пройти, что мы совсем, что ли? Ну давай, давай, давай. Даже бан-бан. Что там проходить? Это похоже опять на тупик. Нет, это не тупик, смотрите. Это уже все проходится нормально. Ну вот, какой-то угловой коридор. Сейчас мы по-любому выйдем. Ах ты хитрожопый разработчик. Ну ладно, я понял. Если тут тупик, я знаю, куда нам идти. Я все знаю, спокойно. А тут, скорее всего, сейчас будет тупик. Слишком... Да, да, ну это было очевидно, я просто решил про... А вдруг в тупике... Подожди, чё у меня фонарик такой яркий? Вдруг в тупике был бы какой-нибудь сюрприз, поэтому, ну, типа, надо же было проверить. Вот сейчас тут не тупик. Тут, по-любому, выход. Мы уже близки, поэтому ставьте, ребят, лайки, чтобы мы быстрее нашли выход. Если лайков мало, выход мы искать будем еще целую 1000 лет. А если лайков много, мы сейчас сразу же найдем выход. Поэтому давайте, ребят, ставим лайки поскорей, чтобы спасти своих друзей. И найти выход. И, естественно, затащить этот уровень. Вот, наконец-то, я нашел выход. Ура, тут написано, поздравляю, ты прошел лабиринт. Молодец, иди поиграй в песочнице. И настри в ракету, вот она. Вот он, наш приз. Такой себе приз, конечно. Я ожидал немножко, Паш. Лучше что-то, ну. Ну, а что делать? Зашибись. Ладно, последний режим у нас остался, я так понимаю. И он самый имбовый. Это у нас Бан-Бан 7. Почему 7? Я не знаю. Будем разбираться. Что так страшно? Что так страшно? Это звуки, это страшные. Алло. Курица, успокойся. Так, у нас там руку свою тянет хирург. Страшно. Это, по-моему, с самого первого тизера еще. Это еще с самого первого тизера чувак сделал демку. Блин, фонарик говенно работает. Ну ладно. Так, ну что, дай краба, хирург. Не дает. Дверь не открывает. У нас есть другая дверь. Проблем вообще нет никаких. Давай выйдем через эту дверь. Но это уже похоже на город, да.
так. Ой, ты чё меня напугал, да? Инопланетянин какой-то страшный. Так, тут типа можно упасть? Нет, тут нельзя, тут тупик. Чё у нас здесь? Так. Компьютерный класс, зашибись. Попали в какую-то школу, походу. Школу Банбана. Тогда ё-моё, да будешь прыгать-то сегодня? Тихо. Да блин, залазь. Залез. Так, ну смотрите, это похоже уже на то место, где у нас была Баруля. Кто помнит Барулю, лайк. Естественно, и коммент. Да ё-моё! А кто помнит, как переводится Баруля, напишите, потому что я помню. Я помню, но вам не скажу, что такое Баруля. Тут все закрыто, вы чё, гоните, что ли? А чё все закрыто-то? Ничего нельзя, никакого праздника. Что за говно? Зачем меня сюда привели тогда, если тут все закрыто? Алло, еще не выйти, что ли, отсюда? Вы гоните? Я вышел отсюда, все нормально. Ну-ка, уберите, коробки понаставили, говна. Ну, сюда меня привела стрелочка. Меня, получается, обманули. Да? Ты меня обманул, инопланетянин? Вы чё меня обманули, пацаны? Опа. А это здесь что такое? Еще одна подозрительная дверь. Я это... Туса, здорово. Здорово, пацаны. Здорово, пацаны. Как, чё, как это, как? Что-то его перекосило, чутка бывает. А, так, а чё мне тут делать? Тут у вас тоже закрыто. Пацаны! У вас закрыто везде, чё мне делать? А там другой, путь в другую сторону еще был. Ну-ка, подожди, вот здесь. Отстой! Ничего нету больше у вас. Лявы бомжи. Ну и ладно. А есть еще двери какие-то? Вдруг я двери пропустил? Их особо да и не видно, да, осматриваться. Здорово. Вот дверь, вот эту я точно не... Это же чел! Это же он! Из пятого Банбана, из трейлера! Ты что там делаешь? Алло, спускайся! Я тебя помню, в пятом Банбане в трейлере ты был, ты офигел? Ты чё? Ты уже должен был давно выйти, мы должны были поиграть в тебя. Да блин, лестница поломанная постоянно. Ну тут целый, ну я песочница говорю, о, нормально. Песочница любит срать коты, и там потом какашки можно закапывать. Веселое занятие, конечно. Так, ну-ка ты. Когда ты уже выйдешь со своим пятым Банбаном? Да ты вообще не пялься сюда, я вот с тобой, с ним разговариваю. Так, это что такое? А, понятно, фонарь. Фонарь, ничего подозрительного. Она музычка грустно играет, ну что поделать. Кого-то, видимо, убили. Не знаю, кого. Но Банбан вроде живой. Как, насколько мы видели в восьмой части в трейлере. Точнее, в трейлере восьмой части. Ладно, еще одна дверь. Короче, в каждой двери всякое... Ну, началось. Сэр Дададу, тебе нормально там? Да это отрыжка сэра Дададу. Решил чутка порыгать. Че у нас тут? А, ну тут у нас детская площадка с горками, понятно. Понятно, больше ничего нету. Но темно, как в жопе мамонта, конечно. Я тут ничего не могу поделать. Вот опять песочница, опять где-то ракета есть с говном. Ну, как бы да. Как бы да. Тут больше вроде ничего особо нету. Пойдем дальше. Тут просто сэр Дададу решил поорать. На кого, не знаю. Возможно, на тебя что-то лайк не поставил, он орёт. Тут как бы тебе решать. Где еще двери? Где еще двери? Где... А, это все, это концовка, походу. Точнее, это финальная дверь. Точнее, финальный проход. Опа! Это у нас Джестер. Чё сидим, кого ждем? Сидим, грустим, пердим. А к нему... А, тут все, тут тупик, ребят. Тут тупик, никак не перепрыгнем никуда, ни туда, ни сюда. А получается, это все. Мы все посмотрели. Ну, как тебе сказать? Какой-то трэш, если честно. Ну, блин... Но было прикольно встретить некоторых персонажей, например, из пятой части инопланетянина. Это было, конечно, классно. Ну а так, игру мы полностью прошли и посмотрели все с тобой режимы. Как видим, в этой игре разработчик решил напихать разные режимы. Тут тебе и паркур, и тестовая карта, и даже седьмой Банбан есть. Но, в общем-то, было прикольно. Надеюсь, ролик тебе понравился. Если лайк ты уже поставил, а мы ждем официальный выход восьмого Банбана. А сейчас всем удачи и всем пока!